Всем привет, друзья! Мы опять возле звезды канала. Она в бункере. Кто спрашивает, там я уже как-то показывал. Дня не хватает обычно. По-светлому приехать. Что у нас тут? Ну, изменения есть. О! Приборчик был, кто-то снял его, подсоса как и не было, когда-то в начале, так его и нету, но есть зато прикуриватель красивый какой. Так, что я хотел, приехал, хочу торсионы от Луаза найти, и найти пока их не удается, где-то я их, эти переезды, переносы, обычно больше потеряешь, чем перевезешь. Может тут... О, баллончик домкрат надо забрать. Коробка. Коробка запасная. Это что у нас было, блин, в трех или в четырех машинах рассеяно. Хочу попробовать сейчас для себя и для вас. Заведется или нет. Интересно. Клемму одел. Фух, фары горят как ярко. Габариты. Габариты диодные у нас модные. Нейтралочка. Аккумулятор хороший, смотрите. Полгода стоит. Подсос, к сожалению, отсутствует. А так бы завелась. Но уже прохладно. 14 показывала в бэхе. Только что я ехал. Сейчас, может, закачает. Ага, аккумулятор хороший. Привет. Думал, угоняют уже. Новую машину. Привет. Таврия. 1,2, да. 3,6, говоришь? Да, 3,6, говорю, Италия. Надо было это, 4,2 хотя бы. Ну, зачем уже? Ну, уже а, чтобы не издеваться полностью. Да. А ну что тут с маслом у нас? Смотри, зеленое масло видел какое? Ты такого не видел, наверное, зеленого. Это нормально или нет? Ну, конечно, это спецмасло для Феррари, Ламборджини и залупазлик. Это только такие машины заправляются им. Сейчас подсос. Дима, я хотел спросить, как-то вообще можно хотя бы на нем, когда ты его заведешь, типа, чуть проехать на нем тут у нас в поле? Да, конечно. Можно все, если аккумулятор не сядет. Так, подписываемся на канал. Ух, как выгорело. Выгорело. Этикетка, да. Не ожидал ты такого поворота? Ну так работает аппарат. Вон выхлоп где, смотри. А ты не слышал, как он работает? Диски это с моей BMW пятерка у меня была много лет назад. А я ее продавал, диски снял. Задние 9 дюймов, передние 8. Там башня будет бить? Не, рано еще, подожди. Блин, хочется проехать на нем самому. Тут Volkswagen у нас. Охлаждение. Блин, не вижу. Сейчас так потрогаем. Непонятно, есть стартер новый. Надо карбюратор. Карбюратор надо. Ну, на подсосе еще. А это воздухозаборник, видишь, вот идет.
вот воздух идет, забор воздух. Так, по антифризу, если честно, не пойму, что там есть. Хорошо работает, да? Фаркоп есть, смотри. Прицеп можно тянуть. Номера еще. Номера модные, да. Основной недостаток — низко мотор. Видишь, очень низко. И по болоту попадает сцепление. Сцепление попадает, да. Но это закрывает, видишь, сделали специально, чтобы закрывало ремень. Можно вода попадать. Да, вода-то не страшно. Да. Давно мы на нем не катались. Поедем как-то. Так, ну торсионы пока не вижу. Сейчас буду искать. Так, друзья, радостный момент. Торсионы в залупазлике. Сейчас мы их достанем. И луаз заберем. Аккуратно краску не сбей. А я, блин, и так берегу его. Видишь, как лишний. Садись сюда по бибибкой. А, надо. Так, торсионы нашел. А, еще сайлентблоки от зеленой мечты надо найти. О, что надо. Где-то они должны тоже быть. Так, а что тут в кульке у нас? Стропа. Тоже заберем. Завтра нам понадобится. Еще торсионы от зеленой мечты. Сигнал. А красная кнопка. А ну, нажми на красную. Не, не сигналит. А то свечи накала у нас были, когда дизельный мотор стоял. Так, торсионы нашел. Это радует. Они на самом видном месте оказались. Да, друзья, так что такие вот дела. Сейчас ГАЗ-69 еще вам покажу. Тоже ждет. Просмотры пойдут. Будут чуть... Появятся чуть дополнительные средства. Немножко не хватает. Даже я бы сказал, не немножко. Просто розничная торговля просто умерла. Все в интернете. В общем. О, там уже заводят. Там уже завели. Нормально работает. На газ нажимай. Так, тут ГАЗ-69, кто не видел наш, слышите, как газует? 69-й бомбезный просто, просто бомбезный, на самом деле состояние шикарное. А, домкрат еще забрать надо будет, это гранда с моего. Состояние бомбезное в плане оригинальности, сохранено все, ну почти. Почти процентов на 80. Моторчик после капиталки в идеале. Все-таки шикарная машина. Я ее, как ни сложно, сейчас не хочу я ее продавать. Хочется ее привести в хорошее состояние и кататься на ней летом, как на кабрике. Тут колонки даже есть, смотрите. Магнитофон есть. Так что зеркало родное, двоюродное. Фароискатель. Ну, тент надо будет купить. Но это такое. В общем, что еще вам показать? Так, друзья, еще есть у нас девяточный мотор, который нам Саша прислал с Ковеля. Ему нужна головка 1.5. Может, у кого-то есть? И коробка нужна. Восьмерка, девятка. Нет у тебя коробки нигде? Нет. А Крайслер пойдет? Крайслер нет. Залупазлика диски 14. Которые долго мы искали. Один перед носом лежал, четвертый, который не мог я найти. В общем, надо коробка, восьмерка, девятка. И головка 1.5. Может, у кого-то есть. И мы поставим этот мотор. Потом увидите, куда.
Это будет то, что доктор прописал. Что вам еще показать? Ну, тут коленвалов у нас. А это донкрат с Волги, который сбросили с обрыва во Львове на зуб триале в прошлом году. Да, короче, это рейка зеленой мечты. Ну, тут хватает у нас. А это бензобак я с Ижевска привез. Два сколько лет назад, сейчас скажу, подожди. В 94-м. 26 лет назад бензобак, видите, лежит 26 лет. Нормально, не пропал. А это когда я был токарем, точил своими руками. Это замок. Сейчас, иди, штанга моя. Где-то тут лежит. Где-то лежит, короче. Это замок от штанги. Это сцепление от BMW немножко тоже. Когда-то разбирали, осталось. Оно редко ломается. И поэтому их много. Сцеплений. И дроссель с бэхи тоже. Короче, столько всего, что... Блин, где-то штанга тоже лежит. Грифы тоже я сам точил. Изогнутый есть для бицепса. Ладно. Короче, все. Тест провели. Запуск ночной. Поедем, торсионы поставим. Завтра оффроуд. То, что доктор прописал. Погода, он дождь идет. Класс. Всем пока, подписывайтесь.